я благодарен всем спортсменам, которые действительно старались, приезжали. Гонки действительно состоялись. Спасибо всем. На самом деле все было достаточно интересно, напряженно. До последнего момента была интрига, я бы так сказал. Но жизнь не закончилась, гонки не закончились. Они только будут развиваться, процветать. Фильм студии «Примус 13». Начиналось хорошо, а дальше, как обычно. Но это же гонки на выживание. Выжил, победил. Да. Не выжил, не победил. Не победил. Ну, главное, чтобы получается шоу, правильно? О, это самое. Потому что без шоу у нас гонки никуда. Все стали, я сзади кого-то дал. Я в пыли даже не понял кого. Возвращаем гонки выживания назад в гонки на выживание, а не в автоспорт. Смотрите на extremecross.com, там все самое-самое интересное, все самое-самое свежее. И не пропустите. Как-то так тихом-мыхом пролезли. Подробности на сайте extremecross.com. В этом году, что? как и в тех годах, это самое важное, это безопасность. Безопасность. На втором месте это зрелищность. Зрелищность. А на третьем месте результативность спортсменов. Поняли? БЗР. Вот так. Безопасность, зрелищность, результативность. Да. We'll be right back.
начиналось хорошо. А дальше, как обычно. Открытие сезона идет на ура. Почти все машины едут. Пыли нету. Глупой борьбы нету. То есть хорошая борьба. Александрия, 6 июня 2015 года, город Александрия на трассу Верховая Лоза. Приходите, будет интересное шоу, всем понравится. Подробности на сайте extremecross.com. Здравствуйте! Второй этап Александрия, все готовы? Все нервничают, погода хорошая. Сейчас медкомиссия, техкомиссия и вперед на старт. До свидания. Все закончилось хорошо, удачно, без жертв. До свидания. Кто победил? До третьего этапа. Колесник. Колесник победил. Фильм студии «Примус 13». Настроен на 100%, ну есть, конечно, так стремаю строки. Ни разу еще на этой трассе не ездил. Ну, попробую, что надо же начинать все равно. Прорвем. Наши ребята, которые сегодня гонщики воюют в АТО, они обратились с тем, чтобы мы действительно проводили такие мероприятия, потому что, ну, прежде всего, это тем людям, которые живут на мирной территории. Это мы делаем праздники им, потому что мы посылаем туда постоянно, благодаря вам, спасибо, посылаем туда диски. И они там смотрят, за этим скучают, конечно. Они скоро вернутся с победой и, думаю, тоже вступят вместе с нами. Нет, я не думаю, я уверен, они тоже вступят в эту борьбу. А что, Пиляка сделал свое дело, обманул меня. Вечно я там тормозил Пиляка. Это раз не было Пилякина, зато была мертвая машина. Вот, пожалуйста. Это есть гонки выживания. Поэтому никогда не надо гарантировать. Я доеду, я побежу. После первого заезда, после мощных баталий, вот даже вот такой хорошо подготовленный автомобиль превратился в говно. Ну ничего, починим. Все стали, я сзади кого-то дал. Я в пыли даже не понял кого. Но тоже крепко. Или пятерку, или 88-го, кого не знаю даже. Ну, факт, что ну, все ушло. Все ушло. Так что сейчас, если что-то сделаю, то выйдем. Не, значит, все. Она.
трудно просто, пыли нет. Я, может, хочется поехать, но не получается, потому что очень сильно пылюка, ничего не видно. Капот бачу, а дальше не так. Ну, потихонечку накататься, главное, хочу. А там уже, может, посмотрим, как поездить. Главное, наездиться. Чтоб посмотрели людей, сколько приехало, болеть за меня. Хай посмотрят, как катаюсь. Пыль, ничего не видно, это вообще страшно даже ехать, потому что видимости нету. Ну вы же профессионал, уже знаете как. Так что ж, едешь и не видишь, куда ты едешь. Я тормозил, но другие люди, камикадзе, наверное, не тормозят. Сейчас еду и покажу класс. Кайф. Обязательно. И все будет кайф. Подробности на сайте extremecross.com. Я думаю, что всем будет интересно, только будет интересно, и все будет хорошо. Будем стараться, чтобы всем понравилось. Самое главное, на чем мы приезжаем? Чтобы всем нравилось. Делать шоу. Фильм студии «Примус 13».Смотрите на extremecross.com, там все самое-самое интересное, все самое-самое свежее. И не пропустите. Превращаем гонки выживания назад в гонки на выживание, а не в автоспорт. Все озверели, а не я озверел. Попили так, что елки-палки ели, до финиша доехали. Ну, Сережа, у нас опять возня. Не поверишь. Позор. Разгильдяйство и недосмотр. Руль открутился. Ё-моё. Все, больше ничего не скажу. Я в восторге. Самое главное, что гонка пошла. Народе все по душе.
что, Сережа, в этот раз нормально. Может? Не? Не. Что, то же сам? Педаль газа провалилась. Скучно жить. Без полов. Что это должно быть? Пришлось с последнего ряда стартовать. Везде грязь была. Ну ничего. Как-то так. Тихом-мыхом. Пролезли. Только один. Номер 20 механик показал результат и выжил. Ну, остальные так погоняли, покатались, побили машины, поломались. Все весело. Все отлично. Всем спасибо организаторам, особенно гонщикам, Тотя, за достойную конкуренцию. Так, до встречи в Мелитополе 3 октября. Подробности на сайте extremecross.com. Как все ждали, как все нервничали. Все, кто приехали, все будут участвовать. Ну что, борьба будет нешуточная, потому что на второе место претендует как минимум 4-5 человек. Будем бороться! Настоящая драка настоящих мужиков. Еще драка на трассе будет серьезная, так что смотрите на extremecross.com и не ходите по другим каналам, там вы такого не увидите. Лето надо просто выжить. Подробности на сайте extremecross.com. Это ж гонки. Тут каждый наглей. Вообще все такие наглые. Жесткая гонка, да? Да пипец, блин, ты видел, блядь, что сотый чудит? Вообще, блядь, не так-то, блядь, нету, ни хрена. Завалил две машины, 9-й, 50-й, блин, красавец, блин. Эти уже поехали, так выехать не могут, нифига. Я все понимаю, что мы мотор зарабили первый раз в жизни, но не на такой же степени, честное слово. Фильм студии «Примус 13». Красиво. Как достаются, понял, первые места? Да. А не то, что он там катаются, просто ездят. Финал, четвертый этап. Все готовы. Борьба автомобилей и нервов.
Я думаю, сегодня будет массово, прикольненько, народ постучал, приехали монстры разные там. Приехал, наконец, мой сраный директор, вот, Юрий Голландец. И сегодня он обещал после 43-го заезда отдать свой автомобиль, наконец, на металлолом криворожским этим сталеваром. Да, ура! Даешь Голландца на металлолом! Ну, я думаю, она доедет до финиша, и я думаю, она выживет, и она должна выжить. Потому что Холланд должен выжить.